Слушай меня. Значит, у нас 15 игроков. У меня был шанс. Все по-простому, как и начинали. Надеюсь, что будет быстро и динамично. Значит, 3 мафии, 3 картеля, 4 мирных, доктор, мститель, детектив, патрульный, сыщик. Мне понравился расклад. Игра динамичная. Все, все записали. Вопросы есть по картам? 3 мафии, 3 картеля, 4 мирных, доктор, мститель, детектив, патрульный, сыщик. Можно не по картам? Даешь сказать, можно потом человеку? Нет, в этом вся фишка. Лучше не давайте слово, если вы не уверены. Если дали слово, то значит крепитесь. Твоя сотрудница, да? А он? Особенно вот этот человек. Может, но не подряд. Пока что хочет быть твоей сотрудницей. Скажи быстро по картам. Давно не работал. Мафия, тот же картель, та же мафия. Картель – это отдельная просто структура, которая будет просыпаться отдельно. Все вот там так и написано – картель. Это как мафия, только ты будешь с своей командой играть. Ночью просыпаться, отстреливать кого-то и все. Ну, мирные, дальше доктор, понятно. Просыпается, лечит. Сколько угодно раз, только нельзя подряд 2 раза. Полечил себя, на следующий раз кого-то угодно, кроме себя. Мститель играет обычную мирную роль, когда в конце, если тебя убили, то я карта мститель, можешь любого стола с собой забрать. Мститель-камикадзе такой, забирай. Детектив ищет. Если карта, ну, любого можешь проверить. Вот так показываю. Мафия, ну, черная карта, так мирный. Если убили, у тебя карта патрульного, и ты видишь, убили детектива, с этой секунды становишься детективом ты, просыпаешься, проверяешь. Сыщик стреляет. Все. Погнали. Ты понял, сегодня ему карта хорошая заходит. Эй, троечка. 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 Вован, Вован, ты заметил 1-2, хорошо сейчас заходит черная карта. Хорошо черная карточка заходит. 1-2 заходит черная карточка нормально. Весь день. Далеко спрятала? Макуша, да? Далеко спрятала, она так. Вот у нее нормальная карта, потому что он ее не прячет. А все, кто прячет, тот Макуша. Трусы, да? Она поставила мафию, кстати. Мафия. Как дела? Карин. Я не смотрела еще. Я просто бегала. А что ты чёлка из чёлки? Какашка, да? Я не смотрел пока еще. Я знаю, чёлка. Что? Напло. Я не смотрел еще. Напло. Хорошо, давай так. Если я мафло, ты не заслушал, буду платить 15. Всем привет. Добрый вечер. Нет, так я не буду проводить. Добрый вечер, город. Так нормально. Итак, слово для ассоциации Фейхуа. Фейхуа. Это, короче, девушка по вызову в китайской провинции. А мне парочку фейхуа. А можно всех посмотреть? Окей. С вами разобрали. Дальше поехали. Фейхуа. Собака это не хуахуа. Спасибо. Дальше. Мне кажется, что ты даешь девушке фейхуа, а она тебе нюни или нихуа. Или ты... Да, или ты кушаешь. Все собрано. Маленький зеленый круг. Вот все просто. Что такое? Я все прослушал. Фейхуа. Да, только здесь вопрос. Вопрос не в том, что на знание, что это такое, а на ассоциации. Ассоциация. Фейхуа. Фейхуя. 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 Все. Фейхуя. Дальше. Я только что хотела сказать, что это фея по имени. Фея по имени Хуа. Да, фея. Добрая фея, Хуа. Все? Спасибо. Дальше. Ну как в Китае херово не нет. Карлос. Why not? Тэнчи. Йонхуан. Все разобрали. Йонхуан. Хуа. Блин, я не знаю. Пришли фантазии, ребятки. Ну что, разрыть по... Фантазия не работает после 11. Тогда вам прийти до 10. Приди первое, что... Ой, что в голову раз... приходит? Прикинь, он завтра нам звонит. Ребят! Тихо, не мешай, так плохо все.
будет имя кошки какой-то. Отлично, видишь, все, можешь, когда захочешь. Да? Давай. Нихуя это мститель, когда он падает на землю и разрывает вообще, когда берет. Нихуя. Мирных жителей. Номер 11, замечание вам. Не за что. Просто так. Не за что. У меня фейхуа ассоциируется с каким-то цензурным. А, значит, 12. Фейхуа ассоциируется с цензурным выражением отсутствия чего-либо. Окей. Ну так все, не смешно. А что ржете? Что ты хочешь сказать, что хочешь? Давай, фейхуа говори. Это команда в китайской армии. У меня нету. Тут. Фейхуа! Скажи, что ты чипсик просто. Тишина. Да, пусть будет это какая-нибудь. Киска, наверное. Киска? С Таиланда. По имени. Дальше. Это зеленое варенье с огромным количеством сахара, которое можно разбавлять водичкой или покушать как варенье, или как лимонад. Окей. Кушать хочешь, да? Тишина! В старых боевиках, знаете, Брюс Ли там кричал: «Уа! Уа!» И он говорит: «Фихуа!» Выкрик Брюс Ли, короче. Получилось по звукам прикольно. Дальше. Ну, прилагательное, оно же ко всему применимо. Вот это фихуёвое, это когда ты не можешь просто сказать хуёвое, ты говоришь фихуёвое. Спасибо. Фея, такси. Неожиданно от вас было. От Тихого неожиданно было. Высказывание. Туда поворот. Да. Ночь, Варенька. Давай, Степановой, дальше. Да, ночь.